что хотели бы? Ну, познакомиться хотя бы для начала хотел бы. Ну, наши порядки, знаете, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Да, 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 все знаю. Вы не против? Правила ваши. Не против? Нет, не против. Я слушаю, нет, говорите. Ну, познакомился с вашим, так сказать, каналом в Открытии Библии совсем на днях. Вот. Очень был удивлен и рад, что такие люди, как вы, существуют еще все-таки на нашей земле. Вот. Много чего почерпнул от ваших знаний, от ваших, так сказать, усилий, которые вы приложили к познанию. Вот, поэтому вопросов много, даже не знаю, с чего начать, но просто хотел для начала хотя бы позвонить, познакомиться. Смотрели Википедию про меня? Да, конечно. Ну, конечно. Раз вы видели, тут по этим вопросам уже можете задавать, что я знаю, о чем говорю. А вот вы там по Википедии, да, вы сказано, что вы миссионер. Да. Вот хотелось бы узнать, в чем именно вот состоялась вот эта ваша трудность в жизни, именно по миссионерскому направлению. Вот вы говорили, что вы в тюрьме сидели там, да, вроде как? Да, не один раз. А именно вот, да, за что вас именно преследовали? Ну, в первую очередь, как? Я уверовал. С детства знал, что Бог есть, родители такие. Есть такая книга, называется «Для слова Божия нет уз». Я ее вам скидывал, вы, наверное, не прочитали там в сайте. Там много ссылок, я еще... В сайте. Когда зайдете на наши сайте, ресурсы, и там книга на первой странице, «Для слова Божия нет уз», там вся биография. После армии я в 23 года только услышал евангельское слово. Мне дали в руки Новый Завет. И моя жизнь, а я работал на корабле на Балтике, изменилась за полчаса полностью. Ну, а дальше уже жизнь была, сразу гонения начались. А раз гонения, значит, мы держимся, не отступаем. Власть свое делает, мы свое. Ну, и вот получилось так, что мы начали строить православную деревню с 91 года. Она одна на всю страну такая. Вот. А я директор детского лагеря, сам образовал, зарегистрировал его. 45 лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. И власть в это время преследовала, потому что воспитание религиозное. Но ни одного несчастного случая. Наркоманы бросают навсегда это дело. И лагерь комплексный. Могли присутствовать, вместе взять для себя путевку и родители, и дедушки, бабушки. А там ребенок на руках, даже 7-месячные были. И вот случилось так, что советская власть тут уже к концу шла, разрешилась преподавать в университетах. Я в 5 университетах вел занятия «Слово Божие». В техникумах, милиции, во всех воинских частях Алтайского края. И много было вопросов. Не просто много, а тысячи. И я 2 радиопрограммы и телевидение вел каждую неделю. Одна онлайн-часовая. Накоплялись вопросы. Люди стали просить это отобразить, чтобы сохранилось. А так как запись велась, пришли люди, которые стали помогать. Магнитофонные ленты переводить на бумагу. А уже с бумаги тогда уже оцифровали и сюда. И у меня получилось за 9 лет неполных, написано было 38 томов книг. Каждая книга 752 страницы. На 4124 вопроса там отвечены. И вот теперь, когда издали книги-то, Господь помог. Это очень трудно. У меня денег нет никаких. А начал издавать, откуда что было. Все издательство обошлось в 52 миллиона рублей. Это понятно, что я работаю сторожем. Мне нигде не давали работать. Но в свободные дни я печи, 40 лет печи клал по стране. И здесь получилось так, что созвонился с библиотекарем, вплотную уже подошел. Денег нет, бюджетники. Мы помолились и решили сделать подарки, чтобы истина была известна людям. Ну и из Барнаула мы проехали до Владивостока, порт Находка. Потом открыли шенгенские визы и прошли до Португалии. Всю полностью Европу, Скандинавию и Прибалтику, 3 республики, и Турцию, и Север. 650 городов и сел районных получили от нас полный комплект книг, а полный комплект 750 евро. Нам это обошлось 35 миллионов рублей. Подарок и президенту, и патриарху, и везде. То есть мы не для себя это делали.
Вот откуда миссионерское путешествие. А выступления дорогой везде были тысячи. Это только библиотек 650. Ну и поэтому везде беседовали, новые люди приходили, здесь обратились мусульмане, принимали крещение. А так как еще в церквах-то сегодня все не так делают они там, как ладошкой мокрой по голове, а надо полное погружение трижды, надо, чтобы бесплатно было, иначе крещения нету. Поэтому каждый год к нам приезжают в деревню. А брат у меня священник, и мы все это делаем бесплатно. И крещение, и занятия, ну и все, что есть. Вот вы на что наткнулись, вот то, что сейчас есть. У нас... Я вам скидывал основные материалы-то, когда у нас тут занятия идут, молитвы. Да. Вот все, попроситесь там, кто там занимается, это, кажется, Вячеслав Семенов, и войдете в это, вам дозвон будет делать. Утром становимся... Вы в какой регион живете? Калининградская область. О, Калининград. Кёнигсберг. Да. Да. У меня есть стихотворение такое. «Отдайте шикотаны, Кёнигсберг отдайте». Пока не поздно, поспешим. Не удержать богатств, хрипят и лезут тати, крестясь отдать самим. Нас не осудят дети и праправнук, что во время бури и штормов за борт рубили мачты, не тараном, спасли Россию ясности умов. Вот такое на музыку положено и поется. Но дело в том, что миссия – это движение. Движение, мы едем далеко, по мусульманским республикам, и везде свидетельствуем о Боге. И все это отображено в книгах. И поэтому у нас каждый год идет крещение. Вот в этом году будет 9 июля. Приезжают люди отовсюду. У нас приезжали, крещение принимали из Ливана, Франции, Германии, Италии. Ну, не считая тут свои. Киргизия, Казахстан, Украина, Белоруссия, это уже наши. То есть, да, у меня дети приезжали с родителями из Канады. Первая пересадка в Париже, вторая в Москве, третья в Барнауле. Люди ни перед чем не останавливаются, зная, что такого лагеря нигде нету. И вот детей воспитай так, что это будут твои дети, кормилицы, знающие все. Ну и вот я 45 лет директор этого лагеря был. Положено там не вычислить что. А так как получили землю по деревне, строится медленно. Но дороги делаем сами, за свой счет. 5 прудов восстановили, зарыбили, у нас все свое есть. И вот такая она жизнь, она нам нравится, потому что мы делаем дело общее, показываем людям, что в этом раздрае можно жить честно, не воровать, не убивать, а отдавать нуждающимся. И поэтому я староста общины являюсь, и кроме того, попечитель. То есть, какие несчастные случаи, там, роженица, женились, вот я должен все это знать, кому помочь, Что-то там как-то. Это попечительство. За особые заслуги такая должность. Отдавать свое. Люди думают, если заслуги, значит, ему дадут. А у нас наоборот. Ну вот, все, что я скидываю, материалы все в ваших руках будут. Проверьте еще раз. Когда зайдете, там сайт и дальше книга одна «К истину православию». Я ее материалы 40 лет собирал для нее. Она из одних материалов. Это нет такой книги нигде. Просто нету. Да и никто не напишет, у них не хватит сил на это. Ну, конечно, это такое. Да. Такое. По этой книге диссертацию защищают. Она не человеческой мудростью написана, а Божья милость. Богом. Бог дал силу. Поэтому то, что в моей жизни было, там пережить, вот это написать, книги, это все благодать Божия. У меня нет гуманитарного образования, религиозного нету. Я технарь. Прорабом работал, а власть не давала, поэтому я спустился пониже. И печи везде всем нужны, в Сибири. У меня всегда с собой есть что, и накормят. Ну, вот людям-то кажется, ой, вот вы как. Я благодарю Бога, и поэтому как решать за меня? Если я доволен, благодарю, и люди довольны этим. Тут и спрашивать нечего. Я понял. Вот все. А вот у меня такой вопрос. Вот вы сейчас в данный момент, получается, там же, в Потеряевке же? Нет, я в городе сейчас. Я в Потеряевке бываю с 10 июня до 10 октября, 4 месяца. 4 месяца, а 8 месяцев живем в городе. Я прописан в городе. А летом там... Потому что лагерь закрытый, но теперь мы сделали несколько домиков, купили. Приезжают с родителями, как гости живут. А устав тот же самый, как в лагере.
Также дети купаются, также работают. До обеда у нас все работать должны, потому что земля нас кормит. Вот и все. К нам претензий сейчас от власти никакой нету. Не считают нынче, там суд был надо мной. Не знаете, если мы распахали землю около околка, а туда надуло, и там березки выросли, а нам плотина разрушена, нам надо сваи забивать-то. И мы эти березки брали, считая, что это наши огороды, и все. Ну, нашелся один, который сообщил, и ну, оказалось, что они муниципальные, не государственные, и поэтому на 25 тысяч стропанули под уголовным розыском до 4 лет. Поэтому я все вину взял на себя. Но так как глава администрации претензий нет, мы были с ним вместе, и претензий нет. И поэтому суда, суд был, но никаких обвинений, все закончилось мировым соглашением. Вот и все. Это даже вот мне 83 года, и, а батюшка, отец мой, Яким, сказал, говорит, ну вино-то пускай Игнатий берет на себя, он все равно тюрьму знает, его, с ему уже ничего не сделают. Ради смеха. А вот где я сейчас нахожусь, эта комната, она одна на всю страну такая. А почему? Когда я вернулся, был реабилитирован. Вернулся 25-го, это было марта 87-го года. Указ Президиума Верховного Совета СССР о помиловании всех политзаключенных. А уже 4 января 92-го году реабилитация. А раз реабилитирован, вернуть, закон гласит, все, что у меня изъяли. То, что у меня изъяли, там труд был. Я составлял там такие материалы, участвовали артисты. По тем деньгам это было 11 миллиардов. 11 лет шел суд, я его выиграл. Ну, конечно, не все заплатили. Ну и не все, и то нечего. А судебный исполнитель очень расположено. Виновные сделали не КГБ, а меня по санкции московского КГБ всегда арестовывали. Это серьезная организация. Ну и получилось так, что рассчитывать это нечем. КГБ в стороне, а сделали ответственную городскую администрацию. А у них нет ничего. А судебный исполнитель, она говорит, что если вы не рассчитаетесь с Лапкиным, то арестовываются все счета. Ни учителя, бюджетники, ни врачи не получат. Ну и со мной заговорили совсем по-другому. А мне близкие были прокурор края, генерал-лейтенант, близкие просто люди. Мэр города, входивший в десятку лучших мэров России. Ну и давай говорить, как и тогда я говорю, нам нужно где-то отдельно, в православных храмах-то продажа идет, что попало. У нас ни продажи, ничего нет этого. Хотя все православие. Такое же. Ну и вот дали 13 соток и два дома деревянные. В одном мы храм устроили, а в другом вот я живу. То есть мэр города, каторжнику, приезжает тут сюда корреспонденты, фотографы, и все это засняли, как передавали. И напечатали статью «Лапкин предпочел храм недвижимости». Вот тут я сейчас сижу. Видишь, как Бог делает-то. Как-то брат мне сказал, говорит, если бы брата моего не посадили, сейчас бы молиться негде было. А так все как надо. Я за все Бога благодарю. И что меня провел туда, у меня опыт непредсказуемо какой огромный. Вернувшись, я 18 лет сотрудничал с тюрьмой с местной. 3700 сидельцев. Выступая по радио, вел занятия со всеми. У нас 5 отделов милиции, собирали они раз в месяц, кажется, городское, УВД и краевое. Кроме меня там никого не было. У меня и прокуратура, и КГБ, и заводы, и фабрики, и техникум, и школы, 13 школ. У меня на сон уходило 2,5 часа только. И сколько не новых... Хватало, да? Знаешь, как Бог делает-то как? У меня опыт. А опыт, я не теоретик, практик, а теоретически мне Бог дал знания, я наизусть цитирую и Библию, и святых отцов. Ну, просто это Бог сделал так, от природы. У меня отец такой, пас овечек всех знал. Ну и здесь я беседую, когда вот, Библия, 77 книг, а я за кафедрой стою. Я отвечаю, какая книга, глава, стих, с точностью до одной буквы. Много мусульман, я беседую с ними. Я отвечаю, да, отвечаю на суры, а я ты на все. Понятно, поэтому люди расположены очень. И видя, как у нас... Ну, да. Я вот совсем недавно к вере пришел, буквально, можно даже сказать, и месяца еще совсем нет. Он постоянно как-то чувствовал, что что-то вот во мне вот
такое есть, что мне подсказывает, что нужно что-то менять в своей жизни. И пришел к Богу, наверное, к нашему Иисусу Христу через, в первую очередь, через покаяние, через осознание греховности своей. Мы искуплены кровью Христа, за нас умер. Вы сейчас присоединяйтесь, если не знаете, как крещеный нет. Крещение в озере у нас получается. Я знаю, что я крещен, но исходя из того, как вы это делаете, процесс крещения, то я понимаю, что я, наверное, как-то неправильно может быть. Да никак. Если нет полного погружения или за деньги. Не было. Но раз не было, ничего и не было. Обман. Это попы жульничают. Ну, это правило. 6 лет меня крестили, 6 лет, я помню, ну, что вот там так. Люди голову мочили, что это, ну, голова. Человек погружение, крещение, переводится на русский язык погружение. Угу. Тауфан по-немецки, тауфан, погружать. По-английски баптизен, погружать. Другого нет перевода, а его нету. А раз нету, значит ничего нету, обман. 50-е апостольское правило говорит, не было погружения, священник, который это делал, должен быть извергнутый, выброшен, как враг. И поэтому сейчас вот на свои зайдете, у нас группы, которые подготавливают людей к крещению, группа оглашенных. И там можете знать, когда идут занятия, какие вопросы будут. Не откладывайте далеко. Жизнь, видите, как стремительно меняет характер. Да, да. Сегодня мы живем, завтра уже неизвестно. Да. До завтра вообще можете не дожить. То пьяное, то нет. Еще что-нибудь. Ну вот так. Да. Вы материалы мои там внимательно посмотрите. Помню. И теперь, когда зайдете, да, там на три части у меня разбито. Вторая часть, молитвы как идут. И там написано, как нам записаться. Там есть, показано. И там нажмете, выйдете на людей и скажете, что со мной беседовали, говорили. Но только бриться надо бросить сразу. А у меня, знаете, у меня борода почему-то не растет. Ну, это хорошо, что не растет. Не растет. Но только бритвы из дома выбросьте, чтобы лукавства не было. Я согласен, но у меня, знаете, еще какая проблема, что вот у меня жена, она как-то вот вроде бы вот, я с ней диалоги завожу, да, там о Боге, там, что как бы нужно жизнь свою менять и стремиться как-то к правильной христианской жизни, но вот я чувствую, что она вот не готова, она и сама говорит, я вот еще не готова, я вот, ну вот, я вроде все понимаю, вот там все, но я вот не хочу, говорит, жить в каких-то ограничениях, потому что еще молодая, там, это... Все. Отверни из себя первый факт. Никуда не годно. Не то, что молодая заблокирована дьяволом. Это жизнь. Молодой умирает, и все. Что ты будешь ждать? Полюби Господа, который за тебя умер. Ее берите с собой на занятия везде. Придите сюда, побеседуем. А она думает, да что ты подкаблучник. Жена говорит, да только говорит. Она не имеет права тебе говорить. Жена доучится в безмолвии. А учить жене не позволяю, говорит апостол Павел. И поэтому бороду бреет кто? Гомосексуалисты проклятые эти. Мужик на мужике женится. Срамота. Говорить даже стыдно. И подкаблучники. А, да, все-таки я вот пытаюсь ей как-то все это донести. И даже порой даже до каких-то вот таких серьезных разногласий, чуть ли не до скандалов доходит. Стараюсь как бы сейчас избежать этих вот каких-то скандалов. Но... Все-таки очень тяжело, и я потихоньку понимаю, дабы не привело это к тому, чтобы еще больше какого-то отвержения не получилось у человека, чтобы какой-то, вот, знаете, ненависти такой вот не появилось, что вот, мне там муж пытался навязать там что-то там непонятно, что я... Ну, я хочу постепенно, плавно, чтобы это как бы... Нет такого, нет такого, насилия. Это обман, обман. Христос подошел, они рыбачат, идите за мной, встали, бросили все и пошли. Этого нету, чтобы медленно... Это называется рождение свыше. Жена не может рождать неделю, она умрет. Ребенок рождается сразу. Ну, мужчине может быть несколько часов. Называется рождение. Я вот в 23 года его отдали, и через полчаса мое рождение произошло духовное. Вся жизнь изменилась. Дали Новый Завет. Вторая часть Библии. Это нет. Если уж решил душу спасать, тут ни на что не смотри. Господь говорит, многие, Павел говорит, многие бегут на стадионе, на ристалище, но награду получает один. Так что бегите, чтобы получить. Не просто так, Бог отбирает годных. А это не годен человек. Если так будет рассуждать, она в этом и умрет. Не надо на это смотреть. Ты хозяин, тебя Бог призывает, ты все делай как положено. Покажи, скажу, от бритвы, которой я уродовал себя, последний раз молотком ее звякни и выброси. Если нужен шнур, обрежь шнур.
Да, я понял, понял. Но это все так... Еще осознать в своей голове все это нужно, решение принять, мужество набраться какого-то, все это. Да какой же мужество? Ты муж, ты уже муж, ты уже мужественный. Никак. Сказал, и на этом все. Как у мусульман? Его слово закон. Она даже не пикнет. А что у нас не принято? Я вот с ней уже 60 почти лет живу. Меня посадили, она сколько везде, там до генеральной прокуратуры везде. Одно слово сказал, уже все послушание. Слово Божие говорит. Муж – глава, а жена – это тело. Колоссянам 1:18. Павел говорит, учить жене не позволяю. И поэтому ее и спрашивать не надо. Ничего не говорит, что я ищу Христа и нашел его. Все. Христос за нас умер, а я буду торговаться. Да Богу-то зачем такие нужны? Не Богу, говорит свеча, не дьяволу кочерга. Ну и если что-то вот она не примет, это что делать тогда в этой ситуации? Ничего не значит, она не примет. Ей не надо принимать ничего. Она не должна даже касаться этой темы. Ты муж, и на этом все. А она должна надеть платок, длинное платье. А если она скажет, я вот не хочу. Это ее дело. Она принимает свои решения, а ты свои, ни шагу назад. То есть мне как бы закрыть глаза на то, что она там не хочет, так сказать, по заповедям евангельским жить и, так сказать, продолжать жить самому. Терпи, дальше, терпи, молись за нее, она может тогда обратиться. Не изумай прикладывать руки или давить на нее. Только говори, я нашел Христа, Христос меня заизбрал, я буду жить для Бога. Ты скажи, ты знаешь, сколько людей на земле? 25 ноября в прошлом году официально объявили 8 миллиардов. Христиан, которые Библию считают основной книгой и молятся Христу, 2 миллиарда 450 миллионов, подскажи ей, 2 миллиарда, вот которые мусульмане, почти 2 миллиарда, не трогая еще Индии и Китай, и неверующих 8% всего. Не забывай, что на них падает все 95% преступлений. Ну да, я его слышал в ролике, вы как-то говорите про это. Да, потому что другого выхода никакого нету. Мы получаем милость от Бога, и Господь позволяет смиряться, дает здоровье, сколько надо. Он знает. И за все благодарить Бога надо. Поэтому у нас вот каждые 2 часа, 17-16, вот 18 у нас будет опять дозвон. Когда запишитесь, у вас раздастся звонок. И... молитва стопоклонная. Это где-то 10-12 минут. Через 2 часа опять. Почему? В Библии написано, 7-кратно в день прославляю Тебя, Господи, за ту правду Твоей. 118-й Псалом, 164-й стих. Мы все обосновываем на Слове Божьем. Это Господь сказал в 12:48 Евангелия от Иоанна. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день, когда все воскреснут. Все до одного человека. А умерло уже больше 100 миллиардов. И все встанут. И будет суд Божий. Налево пойдут грешники в ад гореть. Направо в рай. Очищенные, омытые, как золото блестящее. Да, складывается такое ощущение, что уже как будто вот-вот все это. Так, вопросы. Как вы говорили. Да. Вопросы какие есть еще? Вопросы? Да вопросов там много, я думаю, не буду сразу вот так. Ну ладно, все тогда. Я тут и занят сильно. Спасибо вам за... Храни вас Господь. Да, все, давайте, решайте спасибо вопрос. Вам. Зайдите там, который материал я вам скинул, сейчас посмотрю, что скинуто вам. Угу, хорошо, спасибо. Ладно, да, аллилуйя.